Be careful. Well, we're here. The Lord, I... Надеюсь, эти ведьмы будут у себя, когда мы найдем их. Хотела бы проучить их.
Ну что ж, все прошло гладко. Я думала, что сюда будет гораздо сложнее добраться. Поспешим и найдем кольцо Стеллы. Никогда не знаешь, когда вернутся эти ведьмы. Надеюсь, это не ловушка. Надо найти это кольцо, тогда мы сможем выбраться отсюда. Смотрите, сработало! Эти мерзкие ведьмы! Для чего им понадобилось держать мое кольцо здесь? Полная чушь! Именно! Ну же, иди к своей мамочке! Мои 6,5 каратов чистейшей магии! Задание выполнено! Давайте выбираться отсюда! Всегда везло с зеркалами. Это просто. Они использовали один асимметрический алгоритм в качестве шифра. Зачем им это? На обложке книги мое имя. Зачем ведьмам такие книги? Архивы. Говорят, что в архивах Башни Облаков есть книги на каждую ведьму и на каждую фею, какие только бывают. Наверное, это одна из комнат архива. Может, здесь что-то написано о моей силе или о моем будущем? Будь осторожна, Блум, есть такие вещи, о которых нам лучше не знать. Я только взгляну. Ну же, вперед! Майк, огонь слишком велик, у нас не получится. Тогда я сам пойду. Я уже иду. Я спасу тебя. Что за... Спаси меня. Позаботься обо мне. Это просто невероятно. Не бойся, малышка. Теперь ты в моих руках. Блум. Так-так, кто тут у нас? К нам пожаловали гости, да еще и феи. Я покажу вам, что мы делаем с теми, кто вторгается без спроса в Облачную башню. Добро пожаловать в Облачную башню, маленькие феи! Эй!
Давай! Девочки, у нас тут проблема с жуками. Кто-то взял с собой спрей от насекомых? Вы намного находчивее, чем я думала, но вам конец, мои маленькие феи. Восстань, создание тьмы! Что же нам делать теперь? Мы сможем его одолеть! Сила Винкс! Кто-нибудь знает заклинание огня? Этот огонь слишком велик. Заклинанием здесь не помочь. Что же нам делать? Блум, послушай меня, Блум. Я могу тебя спасти. Что? Ты должна доверять мне. Я хочу, чтобы ты последовала моему голосу. Следуй за моим голосом. Блум, что ты делаешь? Мы должны остановить ее. Доверься мне, Блум. Продолжай идти. Войди в портал. Ух ты! Это же путь наружу! И все благодаря тебе, подруга! Блум! Что? Что произошло? Хватит болтать, пора делать ноги! Здесь становится жарковато! Только после тебя! Поберегись! О, нет! Спросим маму и папу об этом видении горящего дома. Нужно им позвонить.
Привет, папа, это я. Блум. Ванесса, это Блум. Как ты, милая? Блум, дорогая, как я рада тебя увидеть. Привет, мама. У меня есть кое-что. Что такое, Блум? Тебя что-то беспокоит? Да, мама, есть немного. У меня было видение. Папа, я видела, как ты спас ребенка из огня. Майк! Я знаю. Что такое? Что я такого сказала? Майк, я думаю, пришло время сказать ей правду. Блум, я спас тебя от пожара 16 лет назад. Это было чудо. Огонь защищал тебя. Он тебя уважал. Не знаю, как ты там очутилась, но ты была настолько спокойна, что мы уже тогда поняли, что ты особенная. Но почему вы мне этого не рассказывали? Это значит, что я родом не с Земли. Мы хотели, Блум, но магия больше не проявлялась. Но пришел день, когда появилась Стелла, и все так завертелось, Мы не хотели хранить от тебя секретов. Мы влюбились в тебя с первого взгляда. Ты самый главный человек в нашей жизни, и... И мы ни на минуту не прекращали любить тебя. Мы так сильно тебя любим. Я тоже вас люблю. Вы были самыми лучшими родителями во всем мире. Но мне пора. Поговорим позже. Пока, Блум. Пожалуйста, позаботься о себе. До встречи, милая. Пока, мама, папа. Итак, я рада, что все выяснилось. Что это было? Кажется, звук шел из бального зала. Ведьмы, что они тут делают? Нам никогда не узнать. Где-то здесь. Компасу можно верить. Огонь. Она не в кольце Стеллы. Так где же тогда? Сигнал усиливается. Что вы здесь делаете? Это ведь наша маленькая подружка-фея. Ты должна была сладко спать. Дарси, позаботься о нашей маленькой проблемке. С удовольствием. Это огонь дракона, но он никогда не был на кольце. Это маленькая фея. Ладно, пошли. Этот шум уже наверняка кого-нибудь разбудил. Что это значит? Нежнее, Гризельда, Блум, что-то случилось? Я не знаю, ведьмы. Ведьмы? Виден их остаточный след энергии. Блум, никому не говори, пока не расскажешь нам. А теперь иди в комнату и поспи. Ты найдешь меня после того, как найдешь саму себя. Твоя судьба ждет вас. Что ты хочешь этим сказать? Блум, возьми мою руку и приготовься к путешествию. О каком путешествии ты говоришь? Приготовься. К какому путешествию мне приготовиться? Оно начнется после того, как ты встанешь с постели, Соня. Доброе утро, Соня. Привет, девочки. Что случилось, Блум? Наверное, устала очень. У тебя все на лице написано. Это Брэндон? Я о нем очень долго не слышала. Стоит ему позвонить. Уверена, он будет рад тебя слышать. Позвонить и встретиться глаза в глаза всегда лучше. Я знаю отличное место.
Это... Пока мне нужно что-то... You've been feeling okay lately? Sure. It's just hard. I found out on... No. How... Well, you know who your Earth parents are, and... Wow. A lot of... I hope... Well... Oh. Well, oh. Yeah. Well, I... Я слышала, что в Красном Фонтане была драка. Подрались принц и еще один парень, по-моему, Ривен. Невероятно, драка? И это в канун для королевской семьи. Надеюсь, их обоих наказали. Я никогда не думала, что закончу работу. Дела обстоят хорошо с Брэндоном. Я хотела что-то ему посоветовать. Надеюсь, в кафетерии есть поганковый сюрприз на этой неделе. Он очень вкусный. Я так устала. Что-то разбудило меня посреди ночи. Что могло вызвать такой шум? Привет, Брэндон. Есть маленький вопросик. Ты не мог бы напомнить мне твой воинский идентификационный код? О, 301, да? Ничего, пока. Муза расстроилась. Думаю, это из-за Ривена. Откуда мне было знать, что от чар у него волосы станут зелеными? Мисс Гризельда такая строгая, я ничего плохого не сделала. Невероятно, Дарси, это ведьма! Она, наверное, наложила на него заклятие. Точно! Блум, я играла недавно и порвала струну на гитаре. Можешь принести волос Минотавра, чтобы заменить ее? Ты же все равно в башню идешь. Так тебе нравится гранж? Невероятно. Супер, Блум! Теперь я смогу играть. Вот, возьми, это тебе. Надеюсь, ты много занималась, Блум. Мне кажется, что нас скоро будут проверять. Блум, я получила по почте тренировочного дроида XJ5. И чтобы его восстановить, мне все еще нужны 3 его части. Так что, когда будешь в Красном Фонтане, заберешь их для меня. Привет, Блум. Совещательный комитет только что закончил особый совет. Совещательный комитет? Ты в порядке, Блум? Немного устала. У тебя была сложная ночь, но теперь время тебе узнать о своем прошлом. Голос, который ты слышишь по ночам, принадлежит Дафне, одной из исторических нимф Магикса. Но, согласно легендам, нимфа живет в глубинах озера. Она была хранителем огня дракона, силы, давшей рождение магическому измерению.
Я должна знать больше. Ты и так больше знаешь о себе. Теперь ты должна выяснить значение этих знаний сама. Спасибо, директриса Фарагонда. Извини, Блум, я должна подготовиться ко дню королевской семьи в Красном Фонтане. Подходи попозже, поговорим. Волнение в магическом эфире. Интересно, что могло бы это вызвать? Думаю, это будет отличный опыт. Опыт? Ты просто хочешь увидеть своего принца. Что происходит? Мы думаем пойти к Красному Фонтану на выставку. Как мы туда попадем? Я бы хотела поговорить с Брэндоном. А не может быть прохода до Красного Фонтана такого, как и до Облачной Башни? Это логично предположить. Ну так идем!